Чем сильнее любовь и добросердечие, тем больше внутреннего покоя. Гнев, гордыня и остальные негативные эмоции лишают наш ум покоя. Если человек изучает и осваивает учение Будды, это принесет ему большую пользу. Первый день нашей жизни начинается с познания материнской любви. Эта любовь глубоко впитывается нами. Она у нас в крови. Даже самый бессердечный человек испытывает потребность в том, чтобы кто-то окружал его заботой и любовью. Почему так? Дело в том, что сама наша жизнь во многом начинается благодаря любви. Потребность любви заложена глубоко внутри нас. Любовь играет основополагающую роль на протяжении всей нашей жизни, и религия тут ни при чем, просто такова наша природа. С пищей тело получает все, что ему необходимо, а счастливый ум черпает все необходимое из любви, и это факт.